Hits FM 105.5. Оранжевая зима. В эфире Blitz FM с 16 декабря. Что необходимо предпринять для снижения аварийности на дорогах республики? Этой теме была посвящена встреча руководителей полиции и ГИБДД региона. По данным замначальника ГИБДД МРИЭЛ Юрия Есипова, с начала года в республике произошло 1048 ДТП, в результате которых погибли 133 человека и 1362 получили травмы. Несмотря на то, что число раненых и погибших немного снизилось, ситуация с аварийностью на дорогах остается очень серьезной. Рост числа ДТП отмечается почти во всех районах республики. Но наиболее высокие показатели аварийности в Волжском, Килимарском, Оршанском и Юринском районах. Как особо подчеркивалось, главной причиной высокой аварийности на дорогах является недисциплинированность водителей. По-прежнему остро остается проблема аварийности, возникающая по вине нетрезвых водителей. Каждый восьмой водитель, совершивший ДТП, управлял машиной, находясь в состоянии опьянения. Среди мер, которые признаны эффективными и позволят стабилизировать обстановку на дорогах, отмечено усиление требований к подготовке водителей и к автошколам, осуществляющим такую подготовку, укрепление транспортной дисциплины, активное использование социальной рекламы. Напомню, что для своевременного информирования о недостатках в состоянии содержания улично-дорожной сети республики в управлении ГИБДД региона действует телефонная горячая линия, позвонив на которую можно сообщить о дорожной проблеме. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Blitz FM 105.5. Оранжевая зима. В эфире Blitz FM с 16 декабря.